Кислород – самый важный элемент для жизни и здоровья человека. Современные методы позволяют применять его в чистом виде для лечения и восстановления организма. Кислородные капсулы сегодня применяются практически во всех медицинских областях. В Хасавюрте такую процедуру предоставляет клиника «Альтермед». Подробности расскажет Карим Даниев. Использование барокамеры – это современный способ профилактики, лечения и восстановления организма после тяжелых болезней. Физиопроцедура проводится в специальных капсулах, где человек дышит только чистым кислородом под повышенным давлением. Есть несколько видов оксигенации. Это гипербарическая оксигенация, нормоксическая оксигенация. Это наиболее безопасный метод лечения, и он используется очень широко в клиниках. Процедура используется почти во всех медицинских областях – от неврологии, кардиологии до педиатрии. Сегодня пациентка клиники «Альтермед» проходит эту процедуру, чтобы восстановиться после тяжелой формы коронавируса. Как вы себя чувствуете? В пульмонологической практике кислородная барокамера используется у больных с постковидным синдромом, что сейчас наиболее актуально. И очень много больных таких, которые нуждаются в этой помощи. Дыхательная недостаточность, пневмофиброз, хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма. В капсуле концентрации кислорода в 5 раз больше, чем в воздухе. Под давлением он насыщает весь организм и все ткани, даже те, в которых резко нарушено кровообращение. В среднем на восстановление после ковида у больного уходит от 2 недель до 2 месяцев. А в клинике «Альтермед» достаточно пройти от 3 до 8 процедур насыщения кислородом, чтобы у пациента ушла одышка и улучшилось общее самочувствие. Мы изучили международную практику использования барокамеры и увидели, какой результат она оказывает, в частности, в постковидной реабилитации. Мы решили приобрести сюда, в «Альтермед», кислородную капсулу. Барокамеры сегодня популярны и в сфере красоты. Процедуру применяют в косметологических и в спортивных целях. Спортсмены в самых развитых странах используют кислородные капсулы для восстановления после изнурительных тренировок. На сегодняшний день это единственная барокамера в Хасавюрте. И сейчас мы уже видим по пациентам, которые приходят, что это не только медицинские показания, но и те люди, которые заботятся об эстетике своего тела, спортсмены, люди, которые занимаются спортом, фитнесом, потому что эти люди прекрасно знают, для того, чтобы приобрести качественную, красивую мышечную массу, нужен кислород. Именно он позволяет усилить эффективность тренировок. Мы уже видим, что начинают направлять и косметологи, потому что это серьезная помощь в косметологических проблемах, проблемах кожи, проблемах волос, проблемах ногтей. Такие эстетические эффекты, которые достаточно важны для многих женщин на сегодня. Подпитать организм кислородом можно абсолютно в любом возрасте, от самых маленьких до пожилых людей. В Хасавюрте такую возможность представляет современная клиника «Альтермед». Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюрт.